Деятельность группы компании Charun Pokapan имеет множество направлений, среди которых сельскохозяйственное производство и продукты питания, маркетинг и дистрибьюторская деятельность, телекоммуникации, а также различные другие отрасли. Компания начала свою деятельность в Таиланде и в скором времени развилась в крупную международную корпорацию. Более полувека группа компании Charun Pokapan занимается созданием питательных и полезных кормов для животных. Благодаря работе ведущих специалистов в области кормления животных был достигнут высокий стандарт качества, позволяющий увеличивать уровень протеина в мясных продуктах в рамках развития сельскохозяйственной интеграции. Свинина. Свиноводство предусматривает легкоскрещиваемые породы животных, потомство которых быстро растет, находясь в специально оборудованном помещении и потребляя соответствующие комбикорма. Здесь также регулярно проводится профилактика заболеваний и ведется политика защиты окружающей среды, когда из экскрементов животных производится биологический газ, который впоследствии трансформируется в натуральное удобрение. Таким образом, животные, не подверженные болезням, переходят на следующий этап производства свинины. Еда – источник жизненной энергии. Группа компании Charun Pokapan занимается исследованиями и разработкой безопасных и полностью готовых к употреблению продуктов питания из высококачественных материалов для производства таких готовых к употреблению продуктов, как жареные курицы 5 звезд и хаудао. Ресторан быстрого питания Chester Grill и магазин CP Fresh Mart, созданный для удовлетворения потребностей разных слоев населения. Более чем за 50 лет работы в Таиланде компания прошла путь от сельскохозяйственной фирмы до поставщика продуктов питания. Группа компании Charun Pokapan получает поддержку и всяческое содействие от международных правительственных органов, которые помогают компании развивать полностью интегрированный бизнес в сельском хозяйстве и производство аквакультур, а также других видов деятельности и услуг. Корпоративный дух и ответственность перед обществом. Группа компаний Charun Pokapan создала проект по улучшению жизненных условий в провинции, согласно директивам Его Величества Короля. Проект предполагает развитие и улучшение жизни в таких ее аспектах, как карьера людей, живущих в провинции, их самодостаточность, а также защиту окружающей среды от воздействия промышленных факторов. Также компания занимается организацией завтраков для школьников и студентов из малообеспеченных семей. Эта программа призвана обеспечить детям лучшее питание, процветание и многообразие. Группа компаний Charun Pokapan гордится тем, что является частью делового Таиланда, в том, что касается производства продуктов питания, предоставления различных услуг и повышения уровня жизни в 21 веке, и делает все, чтобы среди людей всегда царили мир и радость.